Мордочку чищу. Вот-вот, чистюля. А Умба там помирает. О, говорила я, не доведет эта дружба до добра. Да что ж ты такое болтаешь? Врешь, как обычно. Я вру? Я вру? Вообще ничего не скажу. Ну ладно, Чайка, извини. Говори как есть, но только правду. То-то, другое дело. Так вот, стало быть, прилетаю я сегодня с утра. Привет, Лежебока! Чайка! Плохо мне. Ты что, Умба, соков перепил? Я за... Что-то все за. Ой, уж не захворал ли ты часом? Ух ты! О, такой горячий! Все, бедный бегемотик, у тебя температура, и скоро ты растаешь, как кусочек льда. Так, слезами дел не поможешь. Лежи, где лежишь. Полечу, всем расскажу. Вот так все и было. Все ясно. У него простуда после зимних игр у тебя, Элька. Он же совсем не закаленный. Я же говорила. Что ты говорила? Ты только каркаешь. Я каркаю! Это вороны каркают! А я птица благородная! Почти альбатрос! Да помолчи ты, гроза креветок! Я таю! Да что ты, Умба, нашел кого слушать! Ты просто заболел, и мы тебя будем лечить. Вот только еще не знаем как. Я думаю так. Клин клином, как говорится. Надо окунуть его в прорубь, а затем растереть. А потом опять окунуть в прорубь и опять растереть. И так до тех пор, пока он не выздоровеет. Да что ты такое говоришь, Элька? Какая прорубь? Я читала медицинскую энциклопедию. Ему нужно поставить сначала банки, а потом горчичники и полный покой. А вот у нас, у бобров, болеть некогда. Все лечится иглоукалыванием. Раз иголку, два иголку. И полный порядок. И обязательно рыбий жир. Много рыбьего жира. И внутрь, и снаружи. Уж я позабочусь. Нет, только иглы. Я не согласен. Даже сверху слышны ваши крики. Что стряслось? Умба заболел, а лечиться не хочет. Ага, весточка. Они меня хотят иголками утыкать, потом в банку с рыбьим жиром посадить и в прорубь. Тише. Я, кажется, все поняла. Предлагаю старый надежный способ. Квика, у тебя, кажется, есть малиновое варенье. Вот и принеси его. Боба, согрей воды. Элька, принеси из дома самую теплую шубу. За дело! Ой, а кажется, мне гораздо лучше. Ура! Так и должно быть, Умба. Это была обычная простуда. Только сегодня никаких купаний и мороженого. И завтра будешь окончательно здоров. Ура! Ура, весточки! Ура, Умбе!